С врачами маленький Ваня видится часто. У мальчика синдром короткой кишки, и регулярное медицинское наблюдение необходимо. Еще до рождения Вани на УЗИ обнаружили кисту тонкого кишечника, которая со временем росла. Поэтому сразу после рождения мальчику сделали операцию. Целый месяц мы там лежали в хирургии раннего развития. Питание начали с 5 грамм. Потому что ему много нельзя было, грудное молоко. Сейчас кишечник у Вани в 2 раза меньше положенного в этом возрасте. Мальчик часто срыгивает, мучает жидкий стул. Ваня плохо усваивает еду, питается лишь лечебными смесями. Пища, грубо говоря, входит в организм и выходит. Не усваивается и не переваривается. И когда мы начали оформлять инвалидность, по возрасту он не соответствовал. То есть был дефицит масс тела 2-й степени, также гипотрофия, гипосомия. Состояние Вани удовлетворительное, говорят врачи. Потихоньку ему начали вводить прикорм. Но основное питание остается тоже – лечебные смеси. Годовой запас обойдется в 327 тысяч рублей. Таких денег в семье нет. Помочь можем мы с вами, как помогли уже тысячам детей, отправив СМС со словом «дети» на номер 5542. И, возможно, к 3 годам Ваня будет есть обычную еду, как здоровые дети. Стоимость сообщения – 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда.